Не знаю, місто Руснак. Місто. Что? Рус. Така. Що я русский? Русский, да. По говору, я не знаю. По говору, да? Да. Може і досить українець, український, і русский для мене є одно і все, що не знаю. Я українець. А українець. Но я украинец, который говорит на русском. А говорите на русский момент? Да, да. Я на чистом русском говорю. Да, а украинский это друг... Украинский это другой язык. Другой язык, другой. Ага. Но он похож, но... Он ну, подобен? Он немного похож, но я вот вам могу сказать вот что-то на украинском. Вы меня поймете? Не. Ну вот смотрите, вот я вам скажу так. Мы приехали... Звідкіля ми приїхали? Ми приїхали з України, проїхали Болгарію. Утка Україна, да? Так. Тобто да, это так на українському. Да. 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 Значить да. Ваше да, это так. Так, а так, да. Так. У вас добре дошли? Добре. Тобто добро пожаловать на русском это. Добро пожаловать, да? То есть типа доехали, да? Добре дошли. А на украинском это будет, сейчас я вам скажу. Ласкаво просимо. А, не буду, значит, не буду знать, да. Ну, все, кто на русском, все украинцы, которые говорят на русском, они украинский знают, так, более-менее. Мы друг друга очень хорошо понимаем, да. Я, может, так хорошо чисто не говорю на украинском, но я его полностью понимаю. Да. Ну, так же, как вы меня понимаете. Да, да, да. Вы так 80% понимаете. Да, и я вас понимаю. Хотя там разница в произношении слова, да, там, например, у вас, у нас жизнь, это называется, жизнь, да, а у вас живот. Живот, да, да, да. Есть таблички, он там... Не пипай, опасно за живота. Не пипай, да. Опасно за живота. А у нас это осторожно, опасно для жизни. Там мимо писано, там на трансформатор пишет. Да, не пипай. Опасно, не пипай. А у нас пипай это как такое юморное слово, пипай. Здрасте. А как вообще болгары вот относятся вот, к украинцам? Вот, мне интересно. Нормально. Нормально, да? Нормально. Нормально. Украинцы это народ. Народ как? Нормальный как, для вас? Меда, да, меда, нормально. А к русским как вы относитесь? Да, мы нормально. Тоже нормально, да. Да. То есть не особо вообще разница. Вы не различаете? Не, не. Вы смотрите, наверное, на человека, да. Если он хороший, то... Да, да. На страну не смотрите, да? Не, человек, хорошим будет человеком. Угу. Дали украинец, дали турчан, дали... Угу. Не мене интересує. Це просто той чоловік. На чоловіка. Ну да, чоловік. Так і треба. Просто от многим інтересно, знаєте, українцям там от, як відносяться от к українцям там от в Болгарії той же, да? Ну, за мене українець, всі українець, то я чоловік. За мене не то я лошень, нормальний чоловік. Далі українець, далі турчин, ну, да. Далі грек. Я понял. Это правильно. А сам работал в порт Бургас, порт. Mm-hmm. На големе корабле. Mm-hmm. Сам был с японцы, сам был, с французы сам был. За меня все все одинаковые, один человек за меня. Просто на разные. Чувствую, просто один нормальный человек, почти говорю на другой язык. Ну да. Все правильно. Что мне крадет? Нали, кто-то цыгане наказывает, цыгане нали, много крадет. Цыгане много крадут? Да, такая установа. За меня паки человек. То ну, человек. Да. То есть те, кто крадут, вы уже не уважительно. Да кто-то крадет за меня не уважает. За меня не уважает. Здравствуйте. Все правильно. Что он постигнешь на нечто чуждо, ты не си добр человек. Да, независимо, да. Каков си, твой да. Си американец. Ну да. Ты за меня не си добр человек. Мы в Молдове были, тоже там на русском все говорят. На русский, да, Молдовский. А на вот румыны русского, ну, не. Чуть-чуть знают, но не так, как вы. Румынские... Это другой язык. Не знаем болгарский, да. Румынцы.
Унгария, я, Унгария. Ну, Венгрия, да. Ну, тоже знаю. Да. Не, не, техний язык много труден за болгарин. Эгеш, мегеш, нем, то, чё, коля. А Словения, вот. Словения, да, удобен, удобен. Удобен, да. Чехия, Чехословакия, где было. Чехия, угу. Словения, Словакия, подобен. Подобен. Македония, да? Македония, да. А Хорватия? Другой. Хорватия, не, не сам бил с Хорватия, не знаю, не знаю. Не. А в Турции много болгарин. Много, да. Ходят на пазар. Ну, я там одного встречал болгарина. Да. И основу, не, палим автомобиль, где мы так... Да, по ефтину там. По там ефтину. Дешевле. Да, по ефтину. Все дешевле. Продукты оттуда возите, да? Да, возьмем продукты. За один день отиваем до Лозенград, тут 100 километров. Ну да. И арю обратно. Минало лято мы были в Истанбул на почивка так, на отдыхание, да. То есть Стамбул большой город, и там, тем не менее там цены ниже, да, получается, или так, или выше? Цены одни мы платили, хотел всичко по банка. Угу. Цены по-малки са от България, по-малки. Да. Не, по-меньше. Да, интересно. Там можеш с Турции да, да правиш, скажеш ти е 5 лева, ти можеш да му кажеш 4 и там става. Он уступит, да? Уступват в Турции. Ага. Ну, торгуются. Торговцы, люди, торговцы, да. Раньше Болгария была Османской империей. Да, была 500 века. Тут же все перемешано с турками уже. Ами, има так... Граница Турция и България има так много турци. Вы же были турци. Да, раньше. Български турци. Те знаят турски, ага. Знаят. Да, които са на граница знаят турски. Угу. Так и та часть Украины, где мы жили, в Херсоне, да. Тоже была Османская империя. Была и Османская, да. Знает турский? Нет, не знаю. Особо. Да. Но было давно это. И да, просто, да, да. А туристы откуда едут? С каких стран? Различно. И украинцы, и руснаки, и чехи, чехи, и поляки. Ну вот много на русском говорят, вот я смотрю, много. Да, очень. Много заговоров на русском. А откуда они едут, приезжают? Только мы, может, украинцы, может, руснаки и украинцы, не знаю, и что. Они для вас все одинаковые. Да, да, нет, говор, да. Можно им, или разлика между русским, ну, да. И юнг. Вы не отличаете, укр... да? Не, да, не его разберем. Нет, мы учили в школе русский язык, когда сам был ученик. Мы, ага. Не учили русский, задолжительно было русский язык. Ну, да. Не знаю. Вы в школе был... учили, да? Да, да. Куда я был? Уже подзабыли немножко, да? Моля? Забыли его уже немного? Или да, так, в школе надо учим русский язык. Так, угу. То было так, то есть коммунизма. А сейчас в школе как? Всегда има русский. Русский, да, тоже? Да, има русские училища, гимназии, учат только, угу, русский. Има только германский, угу, немский или только, ага, английский. А, то есть на выбор, да? На выбор? Да. Ну, выбор. Вайбор? Нет, выбор у детей есть, какой учить язык или нет? Выбор там только русский или только английский? Может и или там. Все, да, все есть? Кто хочешь. Угу. В этой школе можно учить только русский. Моя стерка и учила в русской гимназии. Ага, русские гимназии здесь, да? Да. Угу. Я понял. Так, соцлагерь, когда мы были, с Югославия, подобный, да, югославский язык, македонский подобный, а, русский подобный. Ну и славянская группа, да. Да, славянская группа. А вообще народ здесь как, вот, довольный жизнью или нет? Довольный, да? Все нормально? Нормально, но политики много крадут. Немного крадут, крадут, да? Политики. А как люди к этому относятся? Они относятся всякие... Ну крадут и крадут, да. Да, всякие крадут, но в Болгарии не много крадут. В Болгарии сильно крадут? Сильно крадут. Сильно, да. Да. Понятно. А цены вот на продукты вас устраивают?
Да. Нормально, да. Главное, если Болгария имеешь зарплату так, 1000 евро, 1200 евро, mm-hmm. нормально, нормально. Нормально. Mm-hmm. Если имеешь 2000 лева зарплата, мышь 2000 жена, это mm-hmm. нормально. Mm-hmm. Понятно. Мой сын в Лондон живет, Лондон, в Англии. Mm-hmm. Я ходил в Лондон, има в Лондон в магазин цены по-малки от Болгарии. Да, меньше. Я сам снимал за телефон и показывал на тук. Викам, вижте. А зарплаты выше, да? Ага, зарплата 5 пати отгоре. Ага. Интересно. Интересно, да. Но тем не менее, болгары не жалуются на жизнь, да? Да. Или жалуются. А вы вообще вот смотрите в Ютубе там на русском информацию или нет? Или только на болгарском? Вот это русская информация. Ну, русских, на русском. Има телевидение русские, има. Смотрите, да? Нас не смотрим, но има. Есть, да? Има, да, есть. У русских... А украинский вы не понимаете язык, да, вообще? Не знаю, имаме 200 каналов. Я аз гледам 3 канала, къде има футбол, друго нищо не ме интересува. Аз новини не гледам, новини. Mm-hmm. Коса видим по интернет там новини и друго нищо. Mm-hmm. То есть новости, вы все на болгарском смотрите, новости? Вот что, да, что, на болгарском, само на болгарском. Что в России, что в Украине творится, вы на болгарском на смотрите? На болгарском, да, болгарском. Не на русском? Не. На болгарском. Mm-hmm.